Перейдемо до найгарячішої точки наразі на карті – Авдіївка. Пане Романе, буду відвертий, я дивлюся всіх експертів, людей, яких дивляться в інтернеті, що говорять. І одні з інфлюенсерів, які мають вплив на думку українців, зараз кажуть наступне, що є в нас проблема біля Авдіївки, що, мовляв, з півночі йдуть на Орлівку, з півдня йдуть на Тоненьке і, відповідно, хочуть взяти в оточення Авдіївку. І начебто питання в тому, чи встигнемо ми вивести війська. Що ви б про це сказали? А если они идут, вот так как вы показали, попробуйте нарисовать, какой шириной фронта они будут наступать. 100, 200, 300 метров, километр, два. А сколько нужно для того, чтобы километр фронта просто отсечь и взять в окружение? Там же большой вопрос еще, кто в окружение попадет. У них большая проблема, у россиян. У них не хватает сил, средств для создания широких крыльев по фронту. То есть они максимум могут создать полкилометра, километр ширину фронта. И это сейчас видно даже по той же карте Deep State. Вот они это постоянно, они постоянно пытаются наступать. Почему не получается? Потому что их накрывает не Авдеевский гарнизон, а Карловский гарнизон, это юго-западнее стоит, и Сочеретина, Вочеретинский гарнизон, там тоже в этом районе стоят батареи, их просто отсекают, то есть они максимум могут создать наступление, пусть батальоном, пусть там 500 человек, но 500 человек по фронту в 10 километров не растянутся, то есть они максимум могут продвигаться там на несколько сотен метров по ширине фронта, и не более того. И эти щупальца постоянно отсекаются. Если бы этого не было, они бы уже давным-давно друг к другу перебежали. Там километров 10-12, не более того. Но этого не происходит как раз по этой причине. Гарнизон Авдеевский, он не один бьется с россиянами. Гарнизон Авдеевский, его поддерживают еще три гарнизона. Севернее, западнее, южнее. Потому в той ситуации, которая сложилась, больше как раз проблемы у россиян. А эти проблемы как раз и есть. Они постоянно теряют людей и технику в том числе. Вот эти потери сотен человек, это же вот как раз из-за этих вопросов. Потому когда и что делать в Авдеевке, это решит главком, поверьте. У него есть цифры, которыми они могут оперировать и для принятия решения. Они нужны. То есть, если прекрасно знает наш главком, что у него достаточное количество средств в гарнизонах, которые вот я уже назвал их, тот же Карловский, тот же Очеретинский, если там достаточное количество артиллерии и средств поражения, никакой проблемы у нас нет. Абсолютно. Удерживается гарнизон Авдеевский. Мы 10 лет его удерживаем, уже 10-й год, по крайней мере. И эти атаки были довольно-таки серьезные все это время. Не просто так. И со Спартака они пытались зайти через Красногоровку. А сейчас подошли к линии, линии обороны, которая является железная дорога. Но они ее пересечь не могут. Почему? Да потому что любое пересечение этой линии, они могут еще под насыпью как-то спрятаться от нашего огня. Опять от навесного не получается. А как только переходят насыпь, они переходят железную дорогу, он тут же попадает под артиллерийский огонь, и эти там же они и остаются. Там на юго-западе от железной дороги, которая идет от Черетина на Авдеевку, там уже не один батальон лежит, и вывести они их не могут, потому что это чревато, по крайней мере. Вот такие отсечные линии, там их еще много, потому на данный момент таких каких-то тактических больших проблем абсолютно нет никаких. Все дело, опять же, в наличии сил и средств, а в основном в наличии боеприпасов. То есть удерживают россиян сейчас в основном артиллерии, создавая огненную стену огня, как угодно кто ее называет, которую просто нельзя преодолеть, а наши специалисты, уже за 10-й год, особенно там, которые работают артиллерией, они уже научились филигранно отсекать наступающие российские части от материнских баз и дальше просто их либо загонять огнем на минные поля, либо просто уничтожать. Мы это видим, кстати, на видео, и довольно-таки неплохо. Потому
там идет, ну, такое серьезное уничтожение россиян. Вот последние два дня только мы не видим этих цифр, ну и ДК-атак основных нет, так как техники на поляне выгнать не могут. Это прошли дожди, там такие серьезные, там сутки, двое шли дожди. Размыло почву, и уже техника не выйдет. Они выходят на поле и дальше не знают, что делать. И с гусеничной техникой, и колесная вязнет. Это же донецкий грунт, донецкий чернозем. Особенно там, в районе Авдеевки, там поле на поле. То есть погода на нас уже начала работать. Вот те осенний-зимний период, который... Он в планах нашего наступления в том числе, то есть мы погодой будем еще и от россиян прикрываться. А раз технику они вывести не могут, остаются местные штурмы. А в местных штурмах по ним работает, спасибо нашим партнерам, кассетные боеприпасы. Это как раз работа для в полях по наступающей пехоте. Не надо с минометами тягаться с 82-ми для того, чтобы по пехоте отработать. Достаточно кассетных боеприпасов, которые накрывают каждый боеприпас в радиусе 300 метров. Мы тоже видели это видео, как работают кассетники. Потому все зависит от количества боеприпасов. Еще раз повторюсь, об этом знает главком. И если удерживаем Авдеевский гарнизон, значит, это количество, по крайней мере, на данный момент достаточное для виконання цих задач. Ви згадали про техніку, що останні два дні росіяни її не використовують в першу чергу, бо немає, так? Тому що велику кількість знищили. І в підтвердження ваших слів, аналітики Інституту вивчення війни, ви вчора от з вами говорили, що там втрати шалені біля 200 одиниць. Вони сьогодні кажуть, аналітики Інституту, що втрати на Авдіївському напрямку більші, ніж свого часу під Вугледаром. А ми пригадуємо, скільки під Вугледаром втратили техніки росіяни. Для загальної картини нашим глядачам, пане Роман, лише нагадає, що ця залізна дорога не є логістикою. З березня місяця вона не працює, тому вона не несе ніякого характеру допоміжного Авдіївському гарнізону нашому. Хотів би ще зупинитися на от Авдіївський коксохімічний завод. Тому що, наскільки я розумію, а ви вже мені поясните, пане Романе, тут є дуже потужна промзона з монолітними різними перекриттями, в якій в першу чергу обороні дуже добре тримати свої позиції і нереально важко наступаючій стороні брати позиції ці. Вот он как раз про железную дорогу, о которой говорил. Вот эта железная дорога, она как раз и проходит возле, только северо-восточнее, возле Авдеевского Коксохима, а за железной дорогой находится тот террикон. Только это не террикон, это отвал. Это отвалы породы и отработанных видов топлива. И вот этот отвал, который находится за железной дорогой, ну, грубо со стороны россиян сейчас на данный момент, так они даже на нем укрепиться не могут. Просто не могут, потому что за счет той же стены огня. Потому Авдеевский Коксохим еще и прикрывает в том числе и железная дорога, которую они, я уже рассказал, они пересечь просто не могут. Вернее, они пересекают ее, ну то есть перебежать-то, конечно, можно. Вопрос дальше, они попадают уже в прямую видимость наших средств поражения, их скашивают. И вот эта железная дорога, такая, она как насыпь, там довольно-таки высокие насыпные валы, она является таким препятствием, искусственным препятствием, которые также используются нашими войсками, как укрепрайон, вот, с помощью в том числе и артиллерии. Потому россияне удерживаются на достаточном расстоянии от нашего укрепрайона. Коксохим Авдеевский, он как раз находится севернее, то есть это север Авдеевки в сторону Очеретина. Авдеевка сама по себе находится южнее Коксохима, в сторону Донецка, в сторону Спартака. И вот железная дорога, она ее делит практически, ну не пополам, где-то две трети на треть. Сама железка. Вот эту железку россияне пересечь не могут. Ну, не могут. Это, по крайней мере, один из отсечных рубежей. И в самой Авдеевке, ну, там проведены определенные мероприятия инженерно-технические фортификационных сооружений в достаточном количестве. Так россияне со Спартака, это сразу, если смотреть по карте, это Авдеевка, Спартак и дальше Донецк.
Так вот, с Донецка, со Спартака, они 10-й год выйти не могут, они просто бьются в этот укрепрайон, в бетон, и смысла нет никакого. Вот, так, вот такой примерно укрепрайон, он таким полукругом прикрывает Авдеевку, начиная с юга запада со стороны Опытного и заканчивает тем же Коксахимом. Вот это все бетон, укрепрайон с расположениями наших огневых точек. А уже тыл Авдеевского гарнизона прикрывают гарнизоны, о которых я говорил, Очеретинский и в юго-западе Карловский, да, Карловский. Ну, можно так, я просто, они, естественно, не в Карловке, не в Очеретино стоят. Ну, понятно. Там расположение, да, на высотах, это для того, чтобы привязать, по крайней мере, к местности. И вообще, когда военные что-то рассказывают, вот это идет привязка просто к местности. Авдеевка, это не значит, что в Авдеевке все сидят. Нет, это гарнизон, который в районе Авдеевки расположен. Очеретинский гарнизон, он не в Очеретино сидит. Это, там есть высоты рядом с Очеретино, чуть в низине, там есть высоты, серьезные высоты, на которых стоят наши батареи. То же самое в Карловке. Карловка на восточной стороне Карловского водохранилища, а гарнизон находится на западной, на высоком западном берегу, и в одних там есть определенные в несколько километров в место, где находятся батареи, которые контролируют и прикрывают тыл Авдеевского гарнизона. Он встроен в общую систему обороны. Потому, если мы там держимся, значит, нам есть чем держаться, и пока работает вся система обороны, которая была отстроена. В свое время вот эти все точки выбирал, и я в том числе участвовал, я уже говорил об этом, генерал Сергей Наев, вот начинал генерал Хомчак, его сменил генерал Наев, и я был в свое время советником губернаторов и Донецкой, и Днепропетровской областей, и потому участвовал в том числе в этой системе обороны, прекрасно ее понимаю. Там хорошо закольцованная и хорошо укрепленная, причем как кладкой такой кирпичной, весь этот рубеж обороны, потому-то россияне его и пробить не могут уже 10-й год. Подождем развития событий. Я думаю, у генерала Залужного хватает профессионализма военного для того, чтобы правильно, грамотно принимать решение. Уже какое он примет, оно он будет принимать его, исходя из тех цифр, которые знает только он. Я о цифрах уже говорил. То есть он принимает решение, исходя из того количества снарядов, которыми можно удерживать Авдеевский гарнизон и не давать россиянам его окружить.